Nokia 1650. Замена разговорного динамика. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 1650». Разговорный динамик в данном аппарате чаще всего выходит из строя по причине перегорания либо засора. Съем и установка динамика – дело несложное. Заостренным инструментом извлекаем динамик из металлической рамки с резиновой окантовкой. Новый динамик просто вкладываем пинцетом в предназначенную для него рамку. Динамик намагничен, и это облегчает его установку. Все, динамик заменен.